Персонажи Нового года встретились на параде. В Энгельсе прошло шествие, в котором приняли участие 200 Дедов Морозов. Этот праздник для покровчан власти организует уже второй год подряд. Подробнее с места событий сюжет Екатерины Ковальчук. Старт сказочному шествию в Энгельсе был дан в сквере имени Пушкина. 200 Дедов Морозов в окружении своих помощниц Снегурочек торжественно прошли по улицам города. И уже на главной площади они устроили огромный хоровод, присоединиться к которому мог любой желающий. Для детей праздник, для народа праздник. Хоть и пост еще не закончен, но все равно вот радостно вот это вот встретить, увидеть. И я тоже с ними... танцую и пою. В этот вечер каждый ребенок мог лично рассказать Деду Морозу о своем новогоднем желании. Но сначала все ребята рассказывали стихотворение. Чаще звучат стихотворения с того периода, когда я был маленьким. То бишь, как бы родители стараются детям привить те стихи, которые вот старые, добрые, стихи, которые учили мы. Кульминацией этого праздника стало зажжение главной елки города. Раз, два, три, наша елочка! Гори! Парад Дед Морозов в Энгельсе проводится уже второй год подряд. Наряду с покровчанами присоединились к такому флешмобу и другие жители России. Так, шествие новогодних персонажей параллельно Энгельскому прошло в Краснодаре. Своего рода эстафету парада приняли Дед Мороза из Курска. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.